7 при этой Залане, вы видите, где я нахожусь, кто разбирается. 15.07 время, 11 февраля сегодня, и мы сейчас выходим на пляж Клеопатры, конечно же. Выйдем мы в начале дальней Клеопатры и потом пойдем, конечно, туда, где сама Клеопатра. Жара у нас продолжается на солнце, тридцатник, как было вчера, то же самое. Там пацаны в шапках. Ой, не могу, блин. Меня только не спрашивайте, почему он в шапке. Я, конечно же, босиком, в тапочках. Иначе быть не может в такую жару. Так, тут хоть один отель есть по этой улице, или я не совсем удачно улицу выбрал. Или совсем неудачно. Оба пансион. А почему оба называются на Клеопатре? Интересно. Пансион — это типа апарт-отеля, только, ну, как бы по идее он должен быть еще дешевле апарт-отеля. Но условия там немножко могут быть похуже, хотя они бывают разные. Ну, аналог нашего общежития, или я даже не знаю, как с чем сравнить. Не совсем общежитие, но в основном местные, если там живут, то они живут подолгу. Но раз этот пансион здесь возле моря, то я думаю, что и для туриста он тоже, наверное. О, метеорологическое отчет. Вот. Метеорологическая контора, короче, аланийская. Вот интересно, если бы я знал турецкий, я бы сейчас пошел бы, он не спросил, был ли такой февраль, или это первый раз такая погода в феврале. 30 жары. Ну, кажется, что такого еще не было. Что-то я так уверен почти. Там мы сейчас к медведю выйдем, наверное, примерно. Если я не ошибаюсь. Смотрю, если тут будут купающиеся, сразу подойдем к морю, если не будет, пойдем туда, в Дамлатаж. К отелю Аладдин, ну, в общем. Где наш Мишка? Ща найдем. А где Мишка? Мишка, ты где? А Мишка дальше. Сторону сейчас идем назад. Блин, да где этот ни Мишки, ни крана не вижу. А, чуть дальше возле мечети Мишка. Волейбол на каждом практически пляже. Есть люди. Вон момент. Кстати, надо голову намочить. Потому что вчера, когда я на пляж заходил, если я голову не намочил, я вообще в обморок был, упал от солнца. Намочил голову, теперь можно смело идти на пляж, солнце мне не страшно. Я хотел к Мишке подойти, до него еще идти чуть-чуть дальше. Я сейчас в обратную сторону как бы двигаюсь, поэтому, наверное, лучше мы на пляж сейчас выйдем, давайте.
Мишкой, конечно, надо бы поздороваться. Без носа стоял в этом самом, блин, руки мыл, голову мочил, тут полиция прям на меня. Ходят, предупреждают. Девочки без маски не предупреждают, не сильно не ругаются. Давайте все-таки дойдем до Мишки, ну как же до него не дойти. Мишка, месяц где-то не было я возле него. Фух, ну солнце просто, люди, я вам передать не могу, какая жара сейчас. Какая сейчас жара на солнце, вообще обалдеть, красота. 14-й пляж. Вот форма одежды февраля месяца 2021 года, вот впереди вы видите сейчас. И такая должна быть сейчас форма одежды. Или по морю пройтись, по берегу, что ли, туда, на ту Клеопатрочку сначала. Может быть, сейчас по берегу пройдемся, сейчас посмотрим. Ну, не вижу окупающихся. Я, конечно, обзор у меня не полный, но как бы вроде как не вижу окупающихся. Вот там Мишка, ради него сюда пришел. Привет, медведь. Медведь, привет. Как дела? На солнце. Да, я сам в шоке. Февраль месяц, не говори, такого не было. Пока ты здесь, такого точно не было. Ты здесь всего лишь пару лет. А, собственно, как и я. Мишка заехал в 2019-м, как и я, короче. Вот. Год его рождения в Алании. 2019. Так что, Мишка, ну что, выйти на пляж, блин, так я по пляжу замахаюсь идти по песку, конечно. Хочется просто увидеть купающихся. Пока не вижу, чтоб, может, там к морю, когда выйду, может быть, что-то его видел бы. Окей, ныряем сюда, чтобы не повторяться и не идти тут, где мы прошли уже. Неужели до самого Дамлаташа я не найду тут никого купающихся? Не верю, должны быть. Вот полиция даже на пляж заходила. Та, что маски проверяют. Запрещено приносить еду и напитки на пляж с собой. Так, купающихся. Купающихся. О, лошадки, привет, кто любит этот пляж. Все для вас. Его для вас. Музыка, надо сваливать. Вот люди загорают, по крайней мере, загорающих я уже вам могу показать. И купающихся сейчас будем посмотреть. Это пляж у нас номер 14. Наверное. Люди загорают. Откуда люди, не знаю. Купающиеся. Там он купаются люди. Блин, опять, а мне влево надо. Пару человек там плавает сейчас. А смотрите, как много-много людей повсюду. Много-много-много-много-много. Да, людей. Класс. Но я иду влево, потому что мне туда надо. Поэтому мы идем. Идем налево. Сейчас ночью, я думаю, может, купающийся где-то появится, возможно. По пути нам. Идем, короче, по берегу. Окей. Идем по берегу, так главное засечь мы, когда у меня закончится эта часть первым. В принципе, люди, сейчас я, наверное, закончу, а потом начнем вторую часть. Сейчас здесь видео, сейчас погода, вам уже засниму. Местные детишки, семьи местные. Много людей. Что-то я особо, знаете, отсюда так смотрю на Дамлаташ, как-то я там особо и не вижу на Дамлаташ купающихся. Так, чисто детишки. А, вон один человек там есть купающийся. Блин, ну хоть вправо иди, ёлки-палки, ну что ж тут никто один, а там... А там уже тоже было много купающихся сейчас. Блин, вижу парень только. Так, окей, идем дальше. Короче, 14-й пляж. Загорающих много. Купающихся нет. Идем дальше. Подходим к морю.
Не знаю, когда мы это будем смотреть, потому что я еще Клеопатру. Вчера я был на Клеопатре, наснимал 4 или 5 видосов. Еще они все не вышли, конечно. Это может быть на день все сдвинется, а может даже на 2. И мы на море, господа и дамы. Мы на море, и это замечательно. Ноги пока не мочу, потому что идти потом сложно будет. Потом зайдем еще в море обязательно. Море классное сегодня. Волн нет, оно прям манит, манит. Или манит, манит все-таки купаться. Блин, не так просто идти по песку все. Да. Не знаю, если бы можно было все за один день изменить, и чтобы в феврале был сезон. Сейчас бы полные пляжи тут были, елки-палки. И куча купалась бы людей. Вода ближе к 19 сегодня. Где-то, наверное, 19. Фух. Жара, блин. Эта часть закончится, мы пойдем с вами дальше. Не пропустите следующую.